Всем привет! С вами снова я, Любомир Борода, и я с радостью приветствую вас на своем канале и представляю вам свой очередной влог. Этот влог, друзья, будет отличаться от предыдущих тем, что когда я начал просматривать отснятые за выходные, я понял то, что если я это покажу без предисловия или какого-либо комментирования, то вы подумаете, что я не делаю ничего, кроме того, как тусую по каким-то там заведениям, пабам и концертам. Я передаю привет всем от национального меньшинства ирландской громады в місті Миколаєві. Я передаю всім мій вогнепальний ірландський зелений привіт. Поэтому я решил вам обо всем рассказать подробно. Итак, начнем. Началось все в пятницу. В пятницу это было 17 марта, День Святого Патрика. И для меня это было несколько значимой датой, потому что под эту дату мы подгоняли так называемое открытие Birdman Club Миколаев. То есть открытие клуба бородачей города Николаева. Ну, наверное, открытие клуба звучит очень пафосно и так вот грандиозно, как будто мы какие-то двери будем открывать, но на самом деле мы просто стартанули с акции, так сказать, объединения всех бородачей города и выпустили футболки со своим дизайном. Дизайн рисовал мой друг Сергей, и в пятницу он пришел с пилотной партией этих футболочек, принес, и тут мы поняли, что у нас сегодня все получится. Будем открывать коробку. 17 марта 2017 года. Исторический момент. Что ж такое у нас в коробке, блин? Все достать лучше и на эту фигню да. Кинуть. Да, так, ну, клубу николаевских бородачей быть. В наш город приехала группа O Hamsters, это Irish Bastards, творчество которых нам всем очень дико нравится. И, соответственно, мы очень хотели успеть с этими футболками для того, чтобы попасть на концерт уже в этих футболках и таким образом выпить пивка за николаевских бородачей. Я слышу твой голос, Ирландия, мать, не раз нам пришлось за тебя воевать. И на этом вот реки мы сражались впереди, мы готовы за страну, где родились. Ножку ешь, да? Это хуяриться и попрыгать. Под кто так мог? Ох, Хамстерс. Мне можно и не нахуяриться, хоть тоже попрыгать. А как на него называть? Как тебя называть? Как на себя называть? Феда, рыжий. Кто? Рыжий. Рыжий Федя. Это удобно. Но на самом деле я не могу найти свой свитер, но как бы хуй стать. Сейчас тепло уже, весна. Найдем. Зачем тебе клуб бородачей, спросите вы? Ну, во-первых, я очень люблю носить бороду. А во-вторых, я очень люблю город Николаев. А в-третьих, я вижу, что в Николаеве есть очень много интересных бородатых людей. Когда ты проходишь по улице и видишь тоже бородатого человека, вы друг другу улыбаетесь, вроде да, можно подмигнуть, но не более того. А хочется все-таки с этими людьми как-то познакомиться и, возможно, потом в будущем проводить какой-то совместный досуг. Будь то флешмобы, какие-то парады и прочие акции. Ну и, соответственно, клуб – это всегда клуб, это своего рода нетворкинг. Влазим все или нет? Здорово вообще. Все говорим. Бизнес! Были друг другу полезны, друг друга поддерживали и были собраны в некую такую бородатую, крутую коалицию. О, он заходит, тупо стекла. Все, счастливо. Всего доброго. Давайте.
О'Хамстерс отыграли отличнейший сет. Мы очень круто угорели, мы вместе с ними повеселились, мы и танцевали, и пели, и сорвали себе глотки. Феда вообще сошел с ума и просто уснул. Перед этим он хотел уплыть по Южному Бугу в далекую Ирландию на спасательном круге. Но спасательный круг администрация Хмельного Патрика ему не отдала. И поэтому мы отвезли Феду к себе домой на переночевать. А на утро мы все вместе поехали болеть за Николаевскую футбольную команду, так как было открытие футбольного сезона. Коля белый! Громче, давайте! Коля белый! Коля белый! Вверх будет Николай! Вверх будет Николай! Вверх будет Николай! Вверх будет Николай! Что, мы гены самопьем? Я думаю, да. Сегодня швакса? На футболе мы немножко замерзли и решили, что раз акции по Дню Святого Патрика продолжаются, почему бы нам не заехать еще в один местяк, где, судя по рекламным объявлениям, Гиннес должен стоить 36 гривен за пол-литра. Согласитесь, пол-литра Гиннеса, 36 гривен, это та цена, которую невозможно обойти стороной. Мы пришли в этот паб, и да, Гиннес стоит 36 гривен. И тоже с татуировкой, да? Феда не растерялся и сказал: «А у меня здесь есть татуировка с Гиннесом. Не нальете ли вы мне бокальчик?» На что официант сначала ему отказал, но потом, связавшись с администрацией и, скорее всего, с представителями торговой марки Гиннес, ему таки налили пол-литровочку, но попросили сфотографироваться. Это не могло долго продолжаться, потому что я чувствовал, что я уже очень сильно устал, и мы поехали домой отдыхать. Следующий день очень сильно отличался от Дня Святого Патрика и там концертов О'Хамстерса и Гиннеса, потому что мы поехали с моей женой Таней и с Никой на экскурсию по Николаевскому кладбищу. Хо, экскурсия по кладбищу, скажете вы, ты что, совсем с ума сошел? Но, друзья, если вы когда-нибудь будете в Николаеве, то я очень рекомендую посетить именно экскурсию по кладбищу, либо какую-то другую экскурсию касаемо нашего города с Татьяной Николаевной Губской. Это человек, который знает о нашем городе все, и будь это экскурсия по улицам Николаева, будь это экскурсия по кладбищу Николаева, будь это экскурсия по музею Николаева, все они настолько круты, что верьте моему слову, вы никогда не пожалеете. И если вы собираетесь ехать в этот город, я дам в описании к ролику страничку на Facebook Татьяны Губской, и она, собственно, всегда у себя делает анонсы таких вот экскурсий, мероприятий, и вы, в принципе, можете подгадать, когда лучше вам приехать. Либо у вас как раз попадет на дату вашего приезда экскурсия. Обязательно записывайтесь, не пожалеете. С вами земля Константин Алексеев мог не идти на ту войну. Ему даже повестки не присылали. Он был сыном надворного советника. Папа преподавал в Александровской мужской гимназии. Хорошие, чудесные ребята лежат в этом секторе, друзья мои. Это 58-й пехотный пракский полк. Поройте своих родословных, вдруг кому-то повезет. И если вы кого-то найдете из пракцев, 58-й пракский полк, то вы поймете, что этот наш город для нас с вами навсегда. Нельзя отсюда уезжать, тут лежат корни многих николаевцев. Пракский полк с 1829 по 1918 не переприсягнули, знамена по цвету не поменяли, ушли в полном составе на дом. Еще взял себе MacBook. Вот такую вот пятнашку бэушный 2011 года. Вот. Взял специально для монтажа видео. Дима Верховецкий как-то посоветовал, говорит, Final Cut очень круто редактировать видосы.
соответственно, а я вообще, у меня такой моноблок слабенький, короче, и там стоял, стоит еще до сих пор Sony Vegas, вот, и, собственно, для того, чтобы мне даже видеть более-менее, что я монтирую, да, на таймлайне, в окно предпросмотра я выставлял в качестве черновика, для того, чтобы, ну, более-менее в реальном времени видеть, что я делаю. Соответственно, если я делал ролик, который при сохранении, там, при... получался там уже около 15 минут, то у меня тупо вис компьютер и ни хрена не получалось. И, соответственно, даже вот этот вот MacBook, пусть он старенький, но выглядит он, в принципе, очень даже неплохо и работает тоже. А в нем после Sony Vegas с моей вот этой вот конченной оперативкой тут вообще все летает, куча каких-то фильтров, инструментов. Вот, совсем еще надо разобраться, но я уже вижу, что блин, это офигенная, короче, штука, и я уже в него влюбился. А если у вас есть борода и вы живете в городе Николаев, рекомендую вступить в клуб николаевских бородачей, потому что в дальнейшем я планирую делать скидки на продукцию Manly для николаевских бородачей, на гребни для бороды, которыми приторговываю я. На этом, наверное, все. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии и ваши пожелания. Вот. Соответственно, я в свою очередь буду стараться делать контент более интересным. Сейчас уже пришла весна и, соответственно, сейчас начнется сезон поездок. Мы планируем с Татьяной очень много покататься за этот сезон. И, соответственно, все наши покатушки, все наши путешествия, весь наш отдых, поездки и прочие дела я буду освещать в этом влоге. Всего вам доброго, улыбайтесь.